Так, всем привет, мои хорошие. Добралась наконец-то до работы. Блин, у нас здесь перекрыли, представьте. Короче, новую дорогу же открывают. И вот они делают, у них в ноябре сдача должна быть. Они прям, ну, гонят. И, короче, все перекрыли. Черти где, я, как обычно, села на свою маршрутку. А где черти где она остановилась, и мне пешком пришлось сюда пилить. Ну, теперь-то я знаю, на какой я буду ездить, пока они не открылись. А ну, блин. Доставили мне дискомфорт с утра. Еще подсознательно, блин, подсознание мне подсказывало, что нужно сесть на другую. Но я. А, так, что я вам хочу сказать, мои хорошие, вот они, эти брючки, которые у нас были, девочки, кто приобрел. Я еще их не хотела себе оставить, но одна клиентка не сумела выкупить, и остались именно моего размера. Девчат, хожу второй день. Вот клянусь вам. Настолько, блин, вот даже сказать нечего будет. Вот правда. Настолько мне комфортно. Вот у нас очень прохладная погода. Очень прохладная. Но мне настолько комфортно, настолько мне круто в этих штанах. Я не вообще, блин, такие они. Ну, короче, я хочу вам сказать, что, девочки, даже предъявить нечего будет. Вот правда. На себе все испытываю. Все испытываю на себе. Особенно нам, у кого есть за что потрогать, вообще замечательно. И нагнуться, и согнуться, и выгнуться в них. Все удобненько. Сверху на резинке, внизу на резинке. Вообще благодать. Блин, дура, повтор не заказала. Наверное, буду делать повтор. То есть уверена буду, что сейчас многие захотят тоже прям, ну, теплые штаны такие нормальные вообще. То есть я еще под низ ни колготы, ничего не одела абсолютно. Вот просто в них, и настолько мне комфортно. Мало того, что комфортно, но и красиво, вы же сами видите это все. Что, посмотрим, что я паха... О, кепи видели мои? Это моя кепи. Аж голова мокрая. Это я пешком шла. Прикиньте, пешком. Вся башенция моя прям намокла. Посмотри, что. Видишь, как? Шла пешком сколько. Но кепи крутая у меня. Под альпаку. Так, что? Давайте. Или переодеться. Переодеться, может быть, а потом уже это, распаковку сделать, чтобы уже в рабочее, прям рабочая я была. Да? Чтобы потом прыг и на работу сесть, да? Давайте. Давайте я быстренько скину с себя весь этот талмуд. Короче, тоже сегодня с утра вообще забегалась, я вам клянусь, в это. Вот мало того, что пришла, а вот откуда, а плюс ко всему, у меня сейчас сын опять, ну все уже, документ готов на Челябинск-то. Блядь, потеряли карту мою, ну представьте. Блядь, потеряли карту, короче. И теперь у меня дубликат. А надо это, вот сейчас сын едет, чтобы забрать у меня паспорт, он у меня с собой, блин, и сделать эту карту. Потеряли ее они где-то, вообще не знаю где. Ну ладно, движение началось хоть маленько. Движуха началась. Так, тот шиколдос закончился, новый. Новый шиколдосик приехал. Конечно же, вот такая вкусняшка. Мне она очень нравится. Порадовать себя, почему нет. О, вот такие зефирушечки. 4 штучки. Яблоко, банан. Бананы очень люблю. Вот именно вот такие уже коричневые. Не знаю, многие не едят, не любят, а я обожаю. Они сладкие, они такие вкусные. Блин, я люблю, не знаю, почему люди не любят. Любят только вот эти вот желтые, они как резина, их ешь, а эти аж прям во рту тают. Так, короче, помидорка и огурка.
помидорка, огурка. Естественно, яйцо. Ой, тихо. Яйцо, так, йогурт и один вот такой, актимель. Да, актимель укрепляет иммунитет, надо. Иммунитетик надо заботиться, мои хорошие, о своем иммунитетике. Так, ко мне едет, нет. Конечно же, это овощи у меня. Так, 039 ко мне идет. Ну, иди, я знаю тебя, родной. Сейчас я запишу. Конечно же, у меня тушеные овощи. Так, я запишу, чтобы не забыть. О, а этот выехал уже. Надо, мои хорошие, все это учитывать пока. Так, что я хотела сказать. Это же мои овощи. Тушеные. Я вчера делала, да еще как, знаете, с таким себе, с бульончиком. Короче, здесь у меня что? А здесь у меня курочка. Курочка без шкурки. Курочка, кабачок. Потом помидорка, болгарский перчик, капуста, брокколи. Ну, короче, вот это, набор овощей. Сама резала, сама делала. Так, естественно, в этот раз у меня суп. Естественно, наконец-то, я тогда была без супа. Супчик. Я тогда была без супа. Все, считаю, что это сутки на смарку прошли. Просто. Понимаю, что прям голодала. Так, короче, здесь у меня картошка. Это значит, у меня получается ужин, вот легкий будет, овощной. А здесь вот у меня картошечка. А, тоже пюре картошка, тоже с овощами и тоже с курочкой. Это у меня как, ну, на ужин, ой, на обед. Каша, конечно же, на утро. Конечно же, кашечка, кашечка. Кашечка на утро. А это все, прикинь. О, секунду. Так, ну я уже, конечно же, поставила кофеища. Знаете, какой хочу? Вот такой вот попить. Попить. Такой попьем. Знаете, как вкусно пахнет. О, так здесь еще посмотри, как все фердиперстово. О, как видели? Ну-ка. Это считаю варить, ну как вареный кофе, прикиньте. Блять, а точно оно вот так только должно стоять? Что-то, знаете, мне-то надо, чтобы кофе было кофе. То есть кофе должно быть кофе, правильно? Согласны? Кофеек, кофейко. Запарить, а чем закрыть? Блядь, нечем даже закрыть.
нечем. Все у меня есть, блядь. Вот так. Посмотрим, что это за фуфел. Что-то мне уже прям кажется, что это фуфло какое-то. Обманка. Секунду. Когда проехал, я даже не видела. Так. Слушайте, ребят, ну пока это кофе запарится, короче, можно это... Не знаю, что это... Я больше, конечно, не буду рисковать, так нафиг надо. Есть у меня кофе, блядь, нормальное, и все. Че я вот это вот хренью занимаюсь какой-то вечно? Да нет, запаривается вроде. Как чай, блядь. Ну-ка, хоть на вкус-то. Нормально? О, блядь, на вкус вкусный. А то, может, я и зря их еще... Производитель матерю здесь. Так, ладно. Окей. Сушки вон, посмотри, видел, сколько осталось? Видели? Вот так вот, потому что голодная была. Ничего не взяла в той смене. Голодала. Так, ладно. Ну, сдвиг, короче, у меня маленько пошел. Не по фазе, а чуть-чуть пошел сдвиг. В плане того, что скоро у меня челяба. В этот раз я 100% уеду. Так, ты кто? Слава богу. Нет, ты не... Они сейчас все здесь идут, прикинь. Они все сейчас здесь идут. О, так это видели, какие маленькие шиколдосики? Это маленькие шиколдосики, но не уверена я, что от них что-то останется. Чё? Всё, езжай. Так. Молодец, что ничего не везёшь. А, не было их. Ну, вот видишь, туда-сюда катаешь, только мне асфальт здесь ломаешь. Только асфальт ломают. Такой гружённый идёт. Господи, что открыто было? А, молоко. Которое я с собой всегда таскаю, да? Туда-сюда. Слушай, ну так-то неплохо это, ребят. Ну, вроде что-то запарилось, а я дольше ждать не буду. О, выехал, да? Тихо. Надо отметку поставить, что выехал. А то потом ребята не получат деньги. Сейчас. Так, короче, мои драгоценные. Это кофе я поставлю. Ко мне сейчас сын едет. Сын едет. Сыну я... Вот такое сладенькое, он может у меня попить. Я даже рисковать не буду. Ну, зачем? Вот просто так воду гонять туда-сюда. А сын у меня уже на полпути. На полпути едет уже до меня. Вот пацан придет сейчас и попьет у меня кофеек. О! Сразу чувствуется, кофе запарилось. Вон, видите? Ну, цвет даже другой, ничего. Так что вот такие вот дела, мои хорошие. Вот такие дела. Так что скоро у меня движуха начнется. Скоро поедем. А прикиньте, блин, в этот приезжает мафия в Челябу. Представь. И
такое дело, ребят, надо воды, пока идет вода, надо набрать, иначе я потом без воды останусь. Ну, просто вы у меня включенные остались-то. А без воды-то здесь, знаете, больно для меня это не хочется сутки пробыть. Вот сейчас вода прошла, у меня, знаешь, этот насос, у нас насос. Вот он накачает, накачает, надо быстренько слить. Так, вот сюда. Ну все, все, мои хорошие, что я вам хочу сказать. Значит, движуха началась, распаковку сумки сделали вчера. У меня, блин, племяш заболел. Племяш, мы вчера ездили к нему. Я ему говорю, ну что, в гости приедешь ко мне? Он говорит, да. Я говорю, ну будешь, снимешься у меня в ролике? Он говорит, да. Я говорю, да ты мой золотой. Я говорю, ну правда снимешься? Он говорит, да, конечно. Ну, ладно. Ладно, говорю, очень даже хорошо. Ну, не стала уж снимать, мальчишка болеет. Воспаление, знаете, это, скажите мне, вирусно. Вирусно. Оксана, она же в больнице работает, и она говорит, там, ну, прям деток очень много. Конечно, детки должны беречь себя. Сейчас обманчивая, погода обманчивая, нужно не расстегиваться. Это, ветром маленько продуло, и все. Чуть вспотел, где-то в футбол поиграл, где-то что-то сделал, все, и простыл. Понимаете? Так что вот такие вот дела. Ну, а так, в целом, все нормально. Ждем скоро. Ой, у меня, я вообще не могу. Вот у нас, посмотри, значит, эту карточку мою потеряли. Посылка, блядь, в Махачкалу ушла. Представь, Махачкалу. Не в Магнитогорск, а в Махачкалу. Ошиблись тоже, ошибка. Короче, блин, одни везде сплошные ошибки. Так что вот так вот, мои. Ну, что, везде люди, мы же люди, мы же все люди. Мы же все люди. Мы же люди, а не на блюде. Мы же люди. Такое возможно. Вы хотели попробовать шоколадосик. Я прям вижу по вам. Слушай, хорош, а? Вкусно. Возьмем на заметку. Все включила везде, холодно. Все везде включила. Чтобы прогреться маленько. Так, ну все, мои хорошие, на этом все. Давайте сегодня буду при этом, ну, не буду сейчас разглагольствовать. А мы сегодня с вами, может быть, в прямой эфир выйдем. Сегодня же пятница. Вы уже все отработали, отработаете как раз. Выйдем, да потречим, пообщаемся. Правда? Ну все, мои хорошие, давайте на этом все. Покедова, значит, любовь взаимная, вы это прекрасно знаете все. Я каждый раз об этом вам говорю. Так что всех люблю, всем пока. Берегите себя, берегите.